gora basita. Hela mlara gelo roblo sidara bake. Halambera rege. Oh. Hela mirara bagelo. Hirara blasira la vera. Hola blasira la vera lo bosso. Начинаем открывать эту славу, которая внутри тебя. Хелам лари ди ла босо. Ира ла ба ди ла ла бо. Ира ла се. Хелам ла ди ла ла ба гело. Ира ба ро ло ди ла ла бо. Хелам ла си ла ла ба гело. Ара ла са ди ла ла ба. Ora blastida la blastea, brava chi te lo blastida la bacche, sia zimla, palma slave gaspoche, sia zimla, palma slave gaspoche, sia zimla, palma slave gaspoche, ora va che la roba se la bogo, chi la blastaccia la bacche. Давайте будем радоваться, что нас Иисус воскресший Бог. Ора Баса Чалакей, что Он царствует, что Он одесную Отца. Ала Бегеробло. И что мы царствуем вместе с Ним. Мы посажены на небеса. Ала Бакилобло, Сачалора Богея. Эла Басида Рабагело. Пророчествуйте, пророчествуйте, провещевайте, провещевайте славу Господню, провещевайте славу Господню. И лабласа качала рабаса чая, и лабакала бласа толово голово стичая, и лабласа чала вагела бласа чон, и лабака толово бласа чала вагеле, и лабласа чала бласа та, и лабласа чала вако. Хила бласа чида ла бла ди ла багело. О, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты подарил нам жизнь. Хала бари ла ла босо робо. Хала бари ла ла босо. Хела ма чида ла ба. Хела ма чида ла меде. Хала ба чида ла бегело росо. Аллилуйя! Исцеление в этом месте! Исцеление в этом месте! Исцеление в этом месте! Область сила рабаке толово сачая. Потому что Иисус есть жизнь. Иисус. Кирабла сачалава кирабло. Рабалава сачалава кето. Кибла сила рабаке лобого рабарабе. Орама сарабе гелобарабаге. Рабаки толово сила лабо. Рабани лабо горобо сила бегелере. Oh, hey, ora blastida la ve, ora blosto la vege, ora vara blostire le blostida la blore. Alleluia, 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 alleluia. Знаете, есть ветер, есть ветер. Это благодать Божья. Сейчас просто расправь свои крылья. Я знаю, что некоторые люди
Здесь они сжали свои крылья. Я вижу этих орлов, которые сжали свои крылья. Ну знаешь, орел, орлица, для чего тебе даны эти крылья? Чтобы ты сейчас расправил их. Тело даже не в твоих крыльях, а тело в ветре. Расправь в этой благодати. И начинай парить. Начинай парить над этими обстоятельствами, которые тебя связали, которые тебя удручили, которые тебя заставили быть грустными в этот день. Расправь свои крылья и просто лети, лети в этом поклонении, потому что ты поклонник. Ты поклонник, поклоняйся. Расправляй свои крылья своей судьбы, своего призвания. Неважно, что ты сейчас, что ты можешь видеть. Начинай видеть с высоты того, как Бог думает о тебе. Как Бог думает о твоем городе, о твоей семье. Вот это правда. Начинай это видеть. Поднимайся ввысь. Поднимайся ввысь. Расправляй свои крылья. Хелам бласарава гилаварава сиреге. Поднимут крылья, как орлы, полетят и не утомятся. И Господь обновляет сегодня твою юность. Господь обновляет твою юность сегодня. И я разрушаю все эти атаки. Я разрушаю этот унылый дух. Я разрушаю во имя Иисуса. Кимбла сакатала вагелу. Рабаби вагелу бласотало вагей. Ребегелу бласотало вагору вагера вагея. Всякий дух, который связывает здесь, на этом месте, я лишаю тебя власти. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Кимбла бласотало. Ура баката. Ура бакетола. Ура бакетола. Ая. Ура бласота раба. Раба китоло бласотоло вагото. Кимбла сата. Мы призваны парить. Дети Божьи, мы призваны парить. Орам бласита раба гея. Халабасе. Халабасича лаблоре. Закрой глаза еще немножко. Халамасида рабла. Халабасита. Ора бларе бенигера бласита раба гея. Расправь, расправь свои крылья. Получи исцеление. Полети. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты призван для великой судьбы. Церковь в этом городе Вентспилсе. Ты призвана для великой судьбы. И никто не отменял, Бог не отменял эту судьбу. Влиять, быть реформатором. Хором бластикой, толо бластитея. Аллилуйя! Но ты враг, мы связываем тебя. О, химбла сикечи, всякий враг, всякий дух смущения, дух давления. Я связываю тебя, я лишаю тебя власти над этой церковью. Во имя Иисуса! Ура власа катая! Я призываю кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса на каждого человека здесь, на этом месте. На всю церковь, на весь город. Мы призываем кровь Иисуса. Кровь Иисуса Христа. Хурам бласа чарабакетей. О, Иисус, Иисус. Халам бласитере. Хурам бларабаджи далабака. Халам блери дидаламари далабагеро. Hiram la da vida la magida da ba. Oh, 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 oh,
Барабасе, Барабасе, высвобождаю жизнь. Я высвобождаю жизнь. Жизнь в вашу судьбу. Жизнь в вашей семьи. Жизнь в ваше тело. Будьте исцелены. Будьте исцелены, будьте восстановлены во имя Иисуса Христа. Дух Святой, достигай, достигай, достигай. Аллилуйя. Господь обновляет юность твою. Господь обновляет юность твою. Он поднимает тебя над этими обстоятельствами. Они лишь всего лишь обстоятельства. А ты призван их побеждать. Аллилуйя. И все под нашими ногами. Все под нашими ногами. Потому что Бог положил под ноги Иисуса Христа. Он положил всю тьму. Он восторжествовал над всяким начальством слабы поднебесной. Он восторжествовал. Он восторжествовал. И мы сегодня имеем власть торжествовать. Элам лари вегело богело. Дабарабасе. Аллилуйя. Иисус глава церкви. Мы его тело. А значит, все под нашими ногами. Скажи, дьявол, ты под моими ногами. Я не буду принимать твою ложь. Даже если это видят мои физические глаза. Это не правда. Аллилуйя. Потому что правда есть то, что Бог запланировал. И он есть Альфа и Омега. Все в его планах, все по плану. Аминь. Его планах все по плану. Аминь. Аллилуйя. В его планах нет сбоя. В его планах нет сбоя. Слава, слава, glory, 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 glory. Левна сила лава гора, бей. Рамакито блоса чикалара блере гела блоре. Рамакито лава гора лава сита лава гета лава кито лава блоре. Сита лава гетора бла сита лава гета лава блоре. Кура бласа тара гела блоса тара гело. Рамакито лава блоса тара гетора бла гета блоре. О, лава сара магида лава сита лава блоре. Благодарю Тебя, что мы избранный народ Твой, народ, взятый в удел святые, чтобы быть непорочными пред Тобой, ходить в любви, ходить в силе Твоей. Благодарю Тебя за посылаемую благодать, которой мы сильны, которой мы воскрешаемся вместе с Тобой. Потому что тот, кто в нас, он больше, он больше, он больше того, кто в этом мире, он больше, он больше, он больше. Голом на стике дебле столобло. Положи руку на свое чрево. Тот, кто внутри тебя, он больше. Голом на стике дебле столобло робосе. Сила, которая воскресила Христа, она внутри тебя. Сила, которая воскресила Христа из гроба, воскресила Христа на третий день внутри тебя. И сегодня ты оживотворен со Христом. Сегодня ты посажен со Христом. Сегодня ты процветаешь со Христом.
сегодня ты великое Божье творение со Христом здесь на этой земле, чтобы провозглашать Его царство, чтобы провозглашать Его царство, чтобы провозглашать Его царство. Хола власти келебегера вонорабаги, раба бегелем растито лаборабаки тараба. Хола вларе бегелом власти тараба гелом власто лабаки реке. Потоки, я вижу потоки живой жизни, они приходят, свежее помазание приходит, аллилуйя, оно через тебя, когда ты открыл это, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо, спасибо за этот ветер, спасибо за эту свежесть, спасибо за силу. Амен. Амен. Давайте поаплодируем. Дуасим аплаусус. Аллилуйя. Вы призваны нести потоки Божьей благодати через звуки. И чем ты больше в это уверуешь и будешь поклоняться Богу, ты будешь отдавать эти звуки внешние, и люди будут получать эту благодать, которая внутри тебя. Un citi varēs saņemt. Piepildies ar Dieva spēku. Piepildies ar Dieva spēku. Un tad tu varēsi atdot. Спасибо, братья. Halleluja. Brāļiem. Мы ещё потом в конце помолимся обязательно. Mēs beigās noteiksim. Прекрасно. Я очень люблю музыку. Es ļoti mīlu mūziku. Присаживайтесь. Apsēdieties. Halleluja. Чудесный день. И мне Brīnišķīga diena. Нравится Все новое, что творит Господь. Man patīk viss jaunais, ko rada Dievs. Я недавно служила в Литве. Es nesen kalpoju Lietuvā. Почти там целую неделю. Biju tur veselu nedēļu. И там Бог творил свое, что было назначено для того места. Un Dievs tur darīja savus darbus. Сегодня у нас была дата, чтобы мы вместе с нашей семьей приехали сюда. Un šodien mums bija data, попросила своего мужа, ему сказала: "Володечка, можно я буду проповедовать?" Un es lūdzu savu vīru, Володя, vai es varēšu lūdzu kalpot? Аминь. Значит, я больше жаждала, чем мой муж. Он говорит: хорошо, ну как он может отказать жене? Es vairāk kalku tādā, viņš man neatteica. Аллилуйя. И жажда, она всегда побеждает. Un alkas tās vienmēr uzvar. И есть моменты, когда кто-то крадет у нас эту жажду. Un ir momenti, kad kāds jums nozauk šīs alkas. Когда ты устал. Kad tu esi noguris. Когда ты уже много раз ошибался. Kad tu jau vairāk kārt esi kļūdījies. И тебя кто-то подсекал. Tevi kāds ir... Ты шел. Ты делал. Apstādinājis, tu gāji. Или когда ты долго чего-то ждешь. Un kad tu ilgi kaut ko gaidi. То это томит сердце. Tad tas nogurdina sirdi. И жажда куда-то уходит. Un šīs alkas kaut kur aiziet. И у меня вот буквально там пару месяцев, или три месяца назад, эта жажда, она куда-то улетучилась опять. Когда уходит жажда, то ты видишь все своими глазами. А когда ты видишь своими глазами, то ты понимаешь, что это невозможно изменить какие-то ситуации. И сразу что, как Петр посмотрел на воду, да, он жаждал Иисуса, и он верил ему, и он шел по воде. И потом он посмотрел на эту воду и подумал, вода, такая буря и такая глубокая, и все, начал тонуть. Мы же так проходим, правда? Ты молишься там за своего сына, за свою дочку, за своего мужа, за свой город, за свою пилсату. И он еще никак не сдается, как надо, да? Он вал не нотит, как вайек. И просто у тебя что? У тебя приходит надрыв. Un tev pēkšņi atnāk... У тебя есть вера, но есть жажда. Tev ir ticība, твоя жажда bet... куда-то уходит. Алкас потому что мы знаем, что жаждущий он получает. Аминь. Jo tie, kas алкас, tie сань... И ты такой по накатке, да, ты знаешь, ты как-то уже bet параллельно tā... ставишь эту свою просьбу. Она идет с тобой параллельно. Потом ты уже от этого тоже устаешь, что она параллельно идет. А тебе нужно с ней пересечься. А ты знаешь, что если будешь пересекаться
Для этого нужна жажда. Bet tu zini, lai kaut kas tam mainītos, ir vajadzīgs spēks, ir vajadzīgs augs. Bezsilni, ty ne būdeš pересекаться с этой проблемой. Ja tu esi spēcīgs, tad tu nesaskarsies ar jebkādu savu problēmu. Tebe nužno būt vērē. Tev ir jābūt ticībā. Kad tu teļājies vērē ar tavu, šo tev uzstāl, ili te razačīravalsi. Kad tu zaudē ticībā, tu esi noguris vai vīlies. Ty prosto idēš paralēļno. Tad tu vienkārši ej paralēļni. Bet šodien, для кого-то. Kādam? Было слово, bija vārds, что ты поднимешь, поднялся вверх, что ты обновил augšu, свои силы, что ты как орел взял эту новую силу от Бога. Ты поняем, что я новую спаку. И ты встретишься опять с этой ситуацией. И я тебе пророчествую, ты скоро ее победишь. Ты дриз узвореешься. Ты что, как это я победил? Бог, Бог, все, Бог. Visu Нет, Dievs. ты. Не, потому что я саку ту. Потому что Бог нам дал всю власть. Tāpēc, ka Dievs mums ir iedevis visu spēku, visu varu. Аминь. Amen. Все в твоих руках. Viss ir tavās rokās. Есть такая притча. Ir tāda līdzība. В одном городе жил Vienā pilsētā dzīvoja. Очень мудрый. Gudrs vīrs. Ну, а рядом с мудрецом. Bet blakus šiem gudriem vīram. Всегда есть завистники. Vienmēr ir skauģi. И один такой завистник. Un viens tāds skauģis. Он говорит, я сейчас этого мудреца накалю. Viņš teica, es tūlīt сейчас его подставлю. Ну, iegāzīšu šo gudro. Я сейчас ему задам такой вопрос. Es viņam uzdošu tādu jautājumu. И он не ответит мне. Un viņš man neatbildēs. И все увидят, что он такой. Un visi ieraudīs, kāds. Никудышний мудрец. Kāds viņš ir, nemaz nav. Он взял бабочку в свои руки. Что он взял? Бабочку. Viņš paņēma taureni. Подходит к нему. Piegāja и думает, klāt, un domā. Вот я сейчас у него спрошу, какая у меня бабочка в моих руках. Если он скажет, она не живая, ja viņš pateiks, tas nav я ее возьму и выпущу, и она полетит. Tad es paņemšu un palaidīšu, un tas aizlidos. А если он скажет, она живая, bet, ja teiks, я ее сотру, dzīva, и она будет мертва. Tad, и тогда этот мудрец будет опозорен. Un tad šis gudrais и он подходит к этому viņš мудрецу. Klāt. Ну, мудрец на то и мудрец, что он все видит. Аминь. И он посмотрел на этого хитреца и говорит, знаешь, все в твоих руках. Церковь, я тебе говорю, все в твоих руках. Я себе говорю, все в твоих руках. Аминь. Вот у меня было время. Man bija laiks, и мне хотелось разводиться. Kad es gribēju, это было в моих руках. Tas viss bija manās я rokās. Помню, я же давно когда-то служила здесь. Es jau ļoti sen и мне так и Бог и сказал. Tā Dievs arī Хочешь? Man teica, ja vēlies, сводись, я буду все равно с тобой. Tad šķiries, es vienalga būšu ar tevi. Но ты не увидишь вот то-то и то-то и то-то. Bet tad tu неieraudzīsi to, что ты то, то, ko tu lūdzi. И слава Богу, un paldies Dievam, что я послушалась его. Ka es paklausīju viņu. Мы вместе. Уже 34 года. Вот так это мы скопа, я вас там 34 года. Это считаю, что тогда было 15 лет нам нашего брака. Он так был, примерно 15 года мы усо. В моих руках было его сохранить. Вот это было манас рука. В моих руках было бороться за манас рука этот брак. В моих руках было бороться за спасение и за то, чтобы мой муж сейчас был пастором. Это было в моих руках. Аминь. И в этом победа. Un tajā ir uzvara. Потому что Иисус даровал нам победу уже. Tāpēc, ka Jēzus jau ir dāvājis mums uzvaru. Дай мне это, дай мне это. Tu saki, dod man to. Он говорит, я уже все тебе дал через своего сына. Bet viņš saka, es jau visu tev esmu devis. Но как ты будешь пользоваться? Bet kā tu to izmantosi? Судьба. Liktenis. Сила. Spēks, благодать. Жалости, слово. Vārds. Духа Святого. Svētais gars. У нас есть Дух Святой? У кого есть Дух Святой? Kam ir Svētais gars? Помаши так. Помай. Kam... Надо возобновить с ним отношения. Mums ir jāatjauno attiecības. Потому что это самый наш старший партнер, как он ничего говорит. Спецīgākais partneris. Без него мы ничего не сможем делать. Без виня мы ничего не сможем сделать. Почему Иисус сказал, что? Kāpēc когда Jēzus он teica, возносился, я представляю, как любили его ученики, народ. И они кричали, учитель, учитель, не уходи, хорошо с тобой. Он говорит, это хорошо, что я сейчас пойду к Отцу, но я пришлю вам утешителя. И он держал свое слово. И в Иерусалиме, 50-й день, да?
было крещение Духом Святым. И когда мы родились свыше, когда мы в жажде искали Бога, кто уже в жажде искал Бога? Согласитесь, если бы мы не в жажде искали, мы бы были в религиозных церквях. Мы бы ставили свечки там, просто ходили на какие-то праздники. Но мы в жажде искали Бога. Шли, спотыкались. Нас не пускали. На нас просто, ну, как бы нас обзывали даже. Там. Но мы шли. И мы встретились с Иисусом. Это жажда. Ja mēs alkām. Amen. Amen. И также всякий ответ. Я помню, как мне врачи сказали, es atceros, ka все там по-женски, операция, никаких тебе детей больше. Но жажда, bet alkas, опять несогласие. Как nes, это? Я хочу еще ребенка, я хочу. Vēlos. И кто-то мне говорил, слушай, такого опыта нет у нас в церкви. Посмотри вот на того и на того. Они так долго молились и ничего не получили. Какая мне разница? У кого какой опыт? Это моя жажда. Это моя просьба. Это мое. Аминь. И... Я уже не буду пересказывать, какими путями, но молитва была достигнута. Потому что Бог не жадный. Он дал нам исцеление. Знаете, еще когда пророк Иеремия пророчествовал, что ранами его мы исцелились. Это значит, 2000 лет плюс, ну, 700-800, я правильно говорю там, да, где-то? Ну, пророк Иеремия там когда говорил, ну, исторически. То вот тогда мы уже исцелились. Нам даже не надо просить исцеления. Мы исцелены почти уже 3000 лет тому назад. Но как ты будешь, братья, это как ты будешь пользоваться этим? Аминь! И ждать там раз в год как какой-то, кто приедет, помолится. Или ты просто будешь верить Слову Божьему, как написано, что ты исцелен. Говорить это, принимать это и ходить здоровым. Кто хочет быть здоровым? Я скажу, что ты здоровый. Будь здоров и ходи, бери постель свою и ходи вообще. Начинай жить. Начинай бегать. Я когда вот 5 или 6 лет назад начала там чувствовать что-то там, суставы, какое-то давление, пошла к врачу. Думаю, ну да, уже как-то возраст уже прилично идти к врачу. Уже надо как-то. Я говорю, у меня что-то вот голова так бывает, кружится. Вот там, там. Он говорит, ну конечно, у вас же возраст. Ну и... Я так смотрю, возраст-то не будет уменьшаться, да? Он будет увеличиваться. И он мне такие выписал разные капли, такие таблетки по часам, там то все. Я думаю, мама моя, это точно не для меня. Я ничего не люблю делать по часам. Я не системный человек. Я сказала, спасибо, хорошо, спасибо. Пришла домой. И говорю, знаешь что, Господь, когда-то я так жаждала исцеления. И я его получила. А что я сейчас буду на старости лет? Таблетки, что ли, пить? Что, я странная, что ли? Но у меня есть целитель. Я говорю, нет. Я буду применять исцеление в Господе. А что это значит? Я начну также верить опять, что ранами Христа я исцелена, что я уже здорова от макушки головы до подошвы ноги. Я это буду говорить себе, я буду в это верить, и я буду делать то, что я не делала. И давай по лестнице там бегать. Там, чтобы, ну, то, какие, говорю, коленки вообще. Какие коленки? Что вы еще будете тут мне болеть? Вы здоровы. Вы здоровы.
Все суставы, все косточки, все давление, вся кровь. И вот уже, и вот до сих пор я вообще полностью здорова. Аминь. И еще больше буду здорова. Весела, до старости, до глубокой, когда мне там надо будет вацума. Уйти к Господу. И смотрите, я же такая, ну, как бы, не худенькая. Ну и что? Все хорошо. Нету никакого давления. Нету никаких давлений на суставы. Ты ходишь, ты служишь, ты ездишь, ты летаешь. Аллилуйя. Потому что это принятие, как тебе жить с тем наследием, которое даровал тебе Христос. Кто знает, что нам дано наследство? Так а что ж ты не пользуешься? Надо почаще пользоваться. Varbūt vajag biežāk to izmantot. Снимать с карточки, знаете ли. Пришел, раз снял, здоровье, раз обеспечение, приложил к счетам, к банкомату такому. Обеспечение божественное. Господь, спасибо тебе. Праведник никогда не останется с протянутой рукой. Аминь. Ты как бы, знаете, как карточкой пользуется. Вот, у меня была в Литве, мне такую карточку купили в троллейбусе там ездить. Но поскольку я в троллейбусе никогда там уже до 100 лет не ездила, я говорю, я даже не знаю, как ее прикладывать надо. Но они прикладывали за меня. И с нее считывалось так, да? Я говорю, ты, пожалуйста, тебе что-то надо. Ты идешь и считываешь. Это же не главное в нашем хождении с Богом. Это то, что Господь сказал, ищите Царство Божьего. Остальное приложится. Божественное обеспечение, божественное здоровье, божественная радость. Аминь. Считывай только с карточки. Но мы призваны, как церковь, быть реформаторами. Мы же не просто... Ну, как, например, какое-то посольство, как есть в Риге посольство разных стран. И церковь – это посольство царства. Мы на работе, знаете? Кто-то не знает, что мы на работе. У каждого из нас есть дары. Да, там написано «ревнуйте» о дарах духовных. Кто-то не ревнует, поэтому они не востребованы. Дары исцеления, дары учителя, дары чудотворения, там, дары, ну, множество даров там написано в 12 главе Коринфянам. Павел говорит, ревнуйте о дарах. И что вы думаете, только один человек в церкви, пастор, дар такой, да? А все только приходят и что-то спрашивают у него. Пастор, дай мне. Пастор, дай мне. Нет, вся церковь призвана быть в работе Божьей, быть этим посольством. Вот сейчас зайдите в американское посольство. Там, наверное, все работают. Там нету, кто не работает. Или в какое-то другое посольство. И мы здесь, посольство неба на земле. И мы призваны отдавать те дарования. Ты скажешь, для чего? Для того, чтобы нам светить этим светом. Чтобы переводить этих людей из тьмы в царство света, в царство Бога. Аминь, правда? Малстību. Вот для чего мы призваны. Там мы сесам айцинаты. А все это зарплаты. Bet algas. Посольство же получает зарплаты, algas, правда, там saņem, все работают. Все получают. Viņi visu to все обеспечены. Visi все одеты, все здоровы. Apģērbti, все экипированы. Visiem ir ekipējums. Вот в этом вообще не надо бояться. Un par to vispār nav jābaidās. Аминь. Дети Божьи призваны быть в обеспечении. Просто я знаю, вот как лапклайба. Миланочка говорила, что некоторые не понимают, что они дети Божьи. Cita nesaprot, ka viņi ir Dieva bērni. Некоторые не, просто не чувствуют из-за таких каких-то тяжелых дней в своей жизни, из-за того, что у них не было отношений с их отцами на земле. Arī tādēļ, ka viņiem nebija attiecība šeit они не понимают, как им сблизиться.
с отцом небесным. Если отец был жестокий, ja если отец был жадный, ja ничего skops, не давал, то как-то люди, придя в церковь, cilvēki, они придя к Богу, они также проецируют, что отец тоже такой. Проекцей, и они сами несут лямку, сами служат. Viņi, Господи, viņi я тебе служу, kalpo, я тебе служу, я это делаю. Сам уже просто уже так устал, так уже эта плита придавила его. Да, ногурис. Он говорит, что ты не просишь моей благодати? Saka, что ты не просишь моего жалости, обеспечения? Manu, почему ты не применяешь мою силу? Что ты сам все несешь? А как это? Ну правда, потому что вот у меня не было хороших отношений с моим отцом. И для меня отец, как бы, ну, как это просить? Не знаю, у отца не просила никогда. И поэтому ты все сама. Ну хорошо, ты потом замуж-то вышла, все, у мужа прошу. Слава Богу, у меня хороший примет. Я все время у него все прошу. А он говорит, нет у меня, нет. Не дам тебе денег, нету. И некоторые начинают верить, а я нет. Я говорю, отец, вот мне муж сказал, что у него нету. Я у первого у него попросила. Дай мне тогда ты. Хорошо. И у него всегда есть. У него всегда есть все лучшее, потребное. И я хочу вот это место, чтобы мы прочитали. Ефесянам 1 глава. Это моя любимая. Ефесянам вообще чудесное послание Павла. 4 стиха. Ну, почитай сразу на латышском. 4 стиха. Я не буду на русском читать, прочитай. Прочитай с 4 по... Efeziešiem 1. Nodaļa no 4. 11. Pa kaštu, līdz 11. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Pēc savas gribas labā nodoma viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Viņā mums dota pestīšana, viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu. Atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc savā labā nodoma, kuru tas laikam piepildoties bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas, Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par manteniekiem, kas pēc viņa nodoma viņš visu vada pēc savas gribas lēmuma bijām izredzēti. Ah, i būt dobrā, šo 13. stih i 14. 13. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla. Līdzreiz iegūsim pestīšanas pilnu, ību par slavu viņa varenībai. Halleluja! Вот это вообще молитва. Когда вы будете молиться вот этим словом, разжевывать все. Саграмосе то. Знаете, как корова? Знает, как она траву жует. Виня кошля шо залы. Она берет эту траву, жует. Потом съест ее. Потом опять отрыгнет ее. Потом опять жует ее. Знают, да, Веспас? Да, у вас же, jā, точно, у вас же корова кругом. Вот так мы должны изучать Слово Божие, да, просто да, проникаться. Jums ir, jā, iedzīvo, потому что здесь vārdā. Такими словами написано, усыновить себе. Tāpēc, ka te teiks, значит, что? Мы не отвержены, мы усыновлены. Mēs neesam atrādīti, mēs esam pieņemti par bērniem. Дальше. Un tālāk.
искуплены кровью, izpirktie ar asinīm, чтобы нам прощать, lai mums tiktu piedot, мы не можем своей силой прощать, а mēs paši nevaram ar savu spēku piedot, да хоть как-то говори, надо прощать, надо прощать, mums ir jāpiedot, jāpiedot, мы можем только благодатью прощать, Боже, bet mēs varam tikai ar Dievu жалости, когда мы приходим в присутствие Его славы, однако мне слава соклад, закрылся, начиная поклоняться Богу, приходит Его слава, и он... только в этом в этом присутствии ты можешь прощать. Аминь. Смотрите, дальше, уверовав в Него, запечатлены viņam, обетованным Святым Духом, который dzīvoklu, есть залог наследия нашего, kas ir, тіла мантоймам, в похвалу славы Его. Lai, viņa слава варенību тикту нести. Аминь. Ты носитель залога Его славы. Ты непростой человек, непростая женщина, непростой мужчина, непростой юноша, девушка. Ты несешь Его славу. И написано, что слава последнего храма, она будет больше. Знаете почему? Потому что через тебя и меня, через откровение, которое мы получаем, кто мы во Христе Иисусе, учение Павла, тайна, сокрытая от веков и родов, Христос в нас, откроется церкви. Аминь. Христос внутри нас. О чем Он учил в Первоапостольской церкви? Учение апостола Павла. Что и это есть, мы запечатлены Духом Святым, залог славы. И это время последнее, это не время одиноких Божьих генералов таких. Это время церкви по всему краю земли. В Иерусалиме, в Латвии, в России, в Украине. Церковь. Она взорвется от славы, потому что мы есть совокупность членов церкви. Мы есть дети Божьи, которые носим внутри себя обетованного Духа Святого, залог славы. Дорогая церковь, ты величественная церковь. Когда ты поймешь, кто ты во Христе, и вообще, что внутри тебя? Un kas ir tevi iekšienē? Вот это и есть пробуждение. Tā arī būs atmode. Аминь. Ты приходишь, и внутри тебя Божья благодать везде. В магазине, в доме, в концертном зале. Аминь. От тени Петра почему люди исцелялись? Но капец, потому что он шел, и он понимал, кто он во Христе. Jo viņš gāja, un viņš saprata, кто он во Христе и какая слава у него внутри. Помните, это как раз после крещения Духом Святым. Все эти деяния от апостолов начались. Деяния апостолов продолжаются. Un апостоли дарби турпинас. Деяния Божьих детей продолжаются. Dieva bērnu darbi turpinās. Боже, просто сегодня вы взорветесь, реально. Dievs, šo, потому что откровение, оно меняет человека. Tāpēc, даже не помазание, даже не молитва за тебя. Pat ne lūkšana. За тебя помолились. Par tevi palūdza. Ты через день все забыл. Un pēc dienas tu visu esi aizmirsis jau. Но откровение, это твое личное, когда ты понимаешь, вау, saproti, вау, я во Христе Иисусе, Иисус внутри меня, Дух Святой продолжает быть внутри меня, и Он залог славы, Он залог славы. Слава стила. И только я разоблачаю врага, который хочет меня просто, ну как, ослабить какими-то ситуациями, да? Мы сразу забываем, что внутри нас это слава. Но когда мы мобилизуемся, ты говоришь, слушай, ты, конечно, лезешь тут. Я, как назойливая муха. Iekšienē, kā tāda, ты, конечно, да раздражаешь меня, муша, ты мани кайт, даже злишь. Но я на тебя не буду обращать внимания, потому что я не хочу тушить этот огонь славы, который внутри меня. И начинаешь молиться на языках. Ра-ба-ба-ба-ба. Аминь.
И скажешь, пошел вон, teiksi, нечистый дух, там такой-сякой, от этого человека, от того. No šī un tā cilvēka. Посмотрите, paskatieties. Иисус примирил Jēzus samierināja с собою мир, ar sevi, человечество. Ar sevi cilvēku pasauli. Все люди Visi на cilvēki, планете Земля, uz tā planētas zeme, они искуплены уже Иисусом. Viņi jau ir izpirkti ar Просто Jēzu. Они не в курсе. Viņi vienkārši par to nav informāti. Ты думаешь, ой, как спасется моя родня, как спасутся думаю, вот, вот эти люди в городе Венспилсе, когда ты получишь откровение tad, о том, par to, что они уже искуплены jau вообще. Ir izpirkti. Ну и? И когда ты будешь молиться пророчески un, на них. Лукси, праведски, беря их просто. Беря. И призывать кровь Иисуса Христа. Asinis, просто берешь, призываешь кровь Иисуса Христа. Я вам сейчас расскажу эту картину. Просто напомню, вы ее знаете. Израиль выходил из Египта. Это евреи выходили из Египта. Они даже еще не были во Христе Иисусе. Они были в рабстве много лет. Эти шумные евреи со всеми повадками, которые они там в Израиле еще научились. Они выходили. И что Бог им сказал? Когда он являл чудеса. Kad viņš rādīja zīmes. И когда должен был пройти ангел-губитель. Un, kad vajadzēja pāriet postītāja так, ангелы. Все евреи должны были скрыться. Visiem ebrejiem vajadzēja noslēpties. В своих домах. Savos namos. Закрыться там. Aizverti, aizverti даже дурис. Главы семейств. Аминь. Даже лидеры, Pat, они лидеры, не выходили за дверь. Viņi negāja ārpus. И не гоняли ангелов-губителей там. Viņi nedzināja tur šos постītājus. Они были закрыты, они были отделены. Viņi bija ieslēgti, viņi bija atdalīti. И они помазали внешнюю сторону двери кровью Иисуса Христа. Да? Мы знаем, это исоп, обмакнуть в кровь агнца, тогда не Иисуса Христа, в кровь агнца. Да? Исоп – это целительная трава, горькая. Мы читаем там, в книге в Ветхом Завете, что это исоп – это целительная трава, и люди, они пользовались даже для исцеления этой травы. То есть возьми пучок исопа. Исцелительная трава. Аминь. Обмакни в кровь агнца и помажь косяки. Что это значит? Это значит, что сейчас, если какие-то ангелы-губители летают там над твоими людьми, вот над этим городом, над конкретными людьми, какими-то ситуациями. Надо брать духовную брань. Надо брать кровь Иисуса Христа и прикладывать, окроплять эти ситуации. Šīs situācijas ar tām. Я когда, вот перед тем, как я сказала, что я разочаровалась, un pirms es teicu, ka es esmu такая vīlusies, уставшая, и говорю, nogurusi, Господи, es teicu, ну сколько же Dios, уже лет это, вот, ну не отвечаешь ты мне на эти молитвы. Cik ilgi tu jau man neatbildi šīm lūkšanām, bet viņš saka, я тебе ничего нового не скажу. Es tev neteikšu, применяй кровь Иисуса Христа. Izmanto Jēzus Kristus asinis. Кровь Иисуса Христа не перестала быть живой. Кровь Иисуса Христа, она работает. Она кричит о примирении. Потому что Иисус, Он примирил этот мир, уже примирил, понимаете? Когда пролилась кровь Авеля, и кровь прошла в землю, и она кричала, что она кричала? Кто сауца? Бог говорит, кто это? Кто это? Что это? Кастас и кровь говорит, это кровь Авеля. Un что ты хочешь? Абела, асенис, и она сказала, отмещение. Teica, это было в том время. Laika, почему должна была пролиться святая кровь Иисуса Христа? Агнца непорочного. Jēra, она также закричала, tāpēc, когда она пролилась. Сауца, и Бог спросил, кто это? Что это? Это кровь Иисуса Христа. Что ты хочешь? Примирение.
И когда ты понимаешь, что ты призываешь кровь Иисуса, кровь Иисуса на моем сыне, кровь Иисуса на моем сыне, то она кричит, примирен. Понимаете? Не ты его даже высвобождаешь. Не израильтяне сами себя освободили из Египта, а кровь, она освобождает. Аминь. Сегодня ты обновишься, сегодня ты наберешься силы в том, что опять твой фокус, он перейдет не на тебя, а на то, что кровь Иисуса Христа, она продолжает бороться, она продолжает побеждать и выбирать. Примирен, искуплен. Понимаете? Сопротит. Это, знаете, это как это откровение. Ну, ты жил и жил, ну кровь Иисуса. Конечно, мы говорим, кровь Иисуса. Но когда это еще обновленное откровение, я очень обновилась. У меня просто жизнь перевернулась за эти пару месяцев. Даже меня шла какая-то жизнь полная. Знаете, как бывает, что ты, знаете, как, ну, запылилось что-то, оно есть, но там крышка закрыта на фортепиано, да? И пыль такая, пыль на рояле. А откровение – это когда ты пыль эту смахнул, открыл крышку и давай работать. И все слышат, и ты работаешь, и все слышат. Я сейчас вам передаю живое откровение о работе крови Иисуса Христа. Кровь Иисуса, она также сильно кричит Богу. Она не перестала быть бессильной. Почему христиане такие бессильные? Они потеряли откровение о силе крови Иисуса Христа. Они потеряли куда-то. Ну, что такое потеряли? Это даже, знаете, как религия такая. Религиозно все. Кровь Иисуса, еще там. Знаете, все так тихонько, хорошо. Но кровь Иисуса – это что-то такое великое. Знаете, когда Христос воскрес из мертвых, там мертвые, которые были около стены Иерусалима, они повоскресали там кто-то. Их никто вообще не просил. Но сила воскресения настолько была сильная, что там написано, что мертвые во гробах воскресли и пошли домой. Вообще их не ждали там. Я представляю, там, ну, они уже поумирали, сколько там, 2 года, может, там, 3. А от силы воскресения написано, потряслась земля, да? И Иисус воссиял. Помните, такая песня классная есть? Вау! И все это произошло, завеса в храме разодралась, кровь Иисуса пролилась на землю и возопияла на всю вселенную. Примирение совершилось спасение твоих родных. Совершилось спасение этих людей, совершилось. И церковь – это и есть законодательная власть, законодательное посольство, которое исполняет вот эту, как это называют, иммиграцию или как ее. Давай, все, ты искуплен. Мы не какие-то странные люди, которые идем в город. Позвольте вас пригласить в церковь. Иисус любит вас. Ты подходишь просто, когда ты в откровении говоришь, искуплен, совершилось. Искуплен, совершилось. Но ты-то это сказал не просто
словами человеческими, ты высвободил благодать искупления. И вот этот человек такой, он не понимает, что с ним происходит. Он уже не живет своей жизнью. Его уже тянет. Аминь. Потому что на него сошла благодать твоей веры. Вера без дел мертва. Твоя вера в том, что ты взял это откровение об искуплении, и ты говоришь, совершилось. Ты Божий Сын. И тогда Бог любит тебя. Он скажет, да какой я Божий Сын, да я грешник. Нет. Иисус взял твои грехи. Иисус понес твои немощи. Ты исцелен. Хочешь, я помолюсь за твое исцеление? Конечно. Во имя Иисуса болезнь. Уходи! Совершилось. Аллилуйя. Аминь. Коротко, помазано, ясно. Как мне это нравится. Коротко, помазано, ясно. И результат, и плоды. Аминь. Правда. Потому что, когда ты знаешь, что тебе принадлежит, я стала применять то, что мне принадлежит. Я сказала, я исцелена от макушки головы до подошвы ноги. И всякая болезнь, просто давай, вали от меня. Я здоровая, богатая женщина. Аминь. Все в твоих руках. И все происходит. Так же, как ты проецируешь на себя, ты будешь проецировать на другого. Потому что ты знаешь, что кровь Христа, она искупила человечество. Аминь. Все человечество. Богу не надо было себя откуда-то вытаскивать. Он Бог всегда. Но Он заплатил цену за человека, став человеком, прожив жизнь человека, чтобы нам пользоваться. Зачем? Властью, данной нам Богу. Он за нас заплатил. Ему не надо было одерживать победу ради себя. Он Бог всегда. Он не терпел никакое фиаско. Но человек, он потерпел. Он отдал власть сатане, да? И всю землю отдал ему. И Бог ради нас стал человеком, чтобы пойти на крест, чтобы пройти весь этот путь, чтобы умереть и воскреснуть, пройти всю боль, отверженность, все это непрощение, и взять все, что человек должен был понести ради нас. И мы теперь не пользуемся сполна его вот этим подвигом, его этой победой, церковь. Мы должны обновиться в своей юности, в откровениях первой любви, в откровениях о крови Иисуса Христа. Я помню, когда я только пришла в церковь, и было учение о крови Иисуса. Так, знаете, как я кровь Иисуса применяла? Налево, направо. И все работало. Только тут, так как меч, так налево. Кровь Иисуса. Кровь Иисуса. И все бесы просто замолкали. Я помню, я иду, у меня такая левреточка была, собачка маленькая. Гуляем по району. И такой слон бежит, какая-то бешеная собака. Вот уже вот она вот где-то... Я стою и говорю, кровь Иисуса Христа! И эта собака так... Такая, как лох такая встала. Повернулась и... Я говорю, вот это да! Вот это кровь! Вот это кровь Иисуса! Мы должны опять обновиться, подобно орлу в нашей юности. Кто я во Христе? Я новое творение. Все старое прошло. Теперь все новое. Тот, кто во мне, он больше того, кто в этом мире. Запечатлены Духом Святым. Залог славы. Залог славы, что еще и откроется. А как ты думаешь, откроется? Ты будешь сидеть такой, знаешь, весь полон плоти такой, и у тебя что-то откроется. Нет.
Ты, тебя будет все меньше, меньше. Ты будешь распинать свою плоть со страстями, похотями, прощать. Да? И просто тебя будет уже меньше, а Бога внутри тебя будет больше, больше и больше. Аминь. Потому что мы храм. Мы храм. И вот как кто-то приезжает в Иерусалим и посещает эту верующие люди, которые крещены Духом Святым. Где это гроб, да? И там нету Иисуса. Знаешь, там Христос. Так наполнено, там столько Духа Святого. Так, конечно, ты Святого. И принес его туда, Духа Гара. Святого. Аминь. Аллилуйя. Еще одно место, и мы будем молиться. Оно взрывает меня. Оно просто взрывает меня. Откровение, 5 глава. Я не могу не поделиться с вами. И будем молиться. Вы получаете что-то? Ну, поднимите хоть 5 человек руки. Так, сейчас 1, 2, 3, 4. Рокс, о, 6, 7, 8 человек. Аллилуйя. И 5 глава здесь написано, что книга, запечатанная 7 печатями, и никто не мог ее раскрыть. Грамота, да? Которая была изымота с 7 символами, вот кто мог раскрыть твою судьбу? Экстрасенсы, да? Экстрасенсы, бабки-шептуни, они гадали тебе все, открывали тебе тайны. Я тебе скажу. Никто не может открыть книгу судеб, судьбы Вселенной, судьбы этой планеты, твою личную судьбу, кроме Иисуса Христа. И Он-то и пошел, и умер, и воскрес на третий день. Для чего? Чтобы иметь право ее раскрыть. И здесь они плачут. Un šeit viņi raud. Un no otrā panta. Es redzēju varanu. Es redzēju varanu eņģeli saucam stiprā balsī. Kas ir cienīgs atvērt grāmatu un atdarīt tās zīmogus, bet neviens ne debesīs, ne zemes virsū, ne zemes apakšā nespēja atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. Un es gauži raudāju, ka neviens nav atrast cienīgs atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. Te viens no vecajiem saka man, neraudi, redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās 7 zīmogus. Un es redzēju goda krēsla, 4 dzīvo putņu un vecajo vidū stāvam jēru, kā nokautu, ar 7 ragiem un 7 acīm, kas ir 7 dieva gari, izsūtīti pa visu pasauli. Viņš nāca un saņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēd goda krēslā. Kad viņš ņēma grāmatu, te 4 dzīvas būtnes un 24 vecēji metās zemē jēra priekšā, katrs turēdams rokā cīteras un zelta kausus, pilnus kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūkšanas. Viņa dziedāja jaunu dziesmu sacīdami, tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām. Это какой? 12-й? До 10-й. Я сейчас 9-й прочитала. А, 9-й, да? Еще до 13-го, да? Вот это очень внимательно. Un tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi. Tad es redzēju un dzirdēju kā daudzu eņģeļu balsi, visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem. Viņu skaits bija miriādu miriādes un tūkstošu tūkstoši, kas sauca skaļā balsī. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un es dzirdēju visu radību debesīs, virs zemes un apakš zemes, jūrā un visus, kas tur ir sakām, tam, kas sēd goda krēslā un tam jēram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūža mūžos. Halleluja.
Здесь просто триумф славы. Ir vienkārši godības triumfs. И поют новую песню. Un viņi dzied jaunu dziesmu. Говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы и тем... И тысяч тысяч, которые говорили громким голосом, достоин Агнец, закланный принять силу, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Посмотрите, это будет, это уже совершилось. Не, это все ведь нотится. И пророческая молитва, которая должна молиться церковь, лукшина, и ты лично, драудзай, это когда ты уже отдаешь и богатство, и славу, и честь за искупление того, что, может быть, на твой взгляд, еще не искуплено. Не вида, не величия, но ты уже видишь, ты Божий пророк, и ты видишь уже Латвию, искупленную кровью Иисуса Христа, и ты говоришь, достоин ты, Агнец, принять честь и богатство, экономику, богатую экономику Латвии, достоин ты принять искупленную кровью твоей эту землю, Латвию, достоин, прими. Аминь. Аминь. Потому что Бог дает нам видеть невидимое, видеть будущее. И Он назвал нас пророками. И когда еще твой сын, или дочка, или муж, или город, он не еще не понимает, что происходит, ты уже видишь их искупленными, ты уже их приносишь славе Богу и говоришь, достоин принять этот город Вентспилс, достоин принять каждого человека, достоин принять мою родню, спасенную, искупленную кровью твоей, ты достоин, они спасены, потому что ты примирил их, потому что ты искупил. Аминь. У меня был такой случай в Украине. Я когда училась на школе исцеления у Макаренко, где Бог наделил меня, кстати, дарами исцеления. Не кстати, а вообще, по-настоящему. Это отдельная тема. И я потом поехала в город Мариуполь, там живет моя родня. И как раз там вот это так все это начиналось, там уже были эти блокпосты. Ну, мне надо было там быть, я приехала, и там церковь в Мариуполе тоже, новое поколение. Я всегда, когда приезжаю, я служу там. И там пришла одна девушка на индивидуальную молитву. И она пришла такая вся в слезах, молодая женщина. Говорит, как хорошо, что вы приехали. Я никому не могу сказать, никому не могу признаться. Я была на наркотиках. И все знают, что я уже получила освобождение. Но я опять села на наркотики. Я не могу сказать это в церкви. Меня из прославления уберут. Мне папа сказал, если я узнаю, что ты опять на наркотиках, я от тебя откажусь. И она вот просто в таком, в страхе. И она замужем, и муж у нее наркоман. И они живут в доме у мужа с родителями. Ну, она настолько это пришла, говорит, вот я принесла жертву, я просто помогите мне. И мы стали разбираться со страхами, говорю, ты очень боишься. Скажи мне твой страх, когда ты самый первый раз пережила страх. И она просто вот в тот момент сказала, что в детстве она как раз боялась очень папу, папа всегда ее ругал. Когда она там задерживалась, он мог при всех обругать ее, и однажды даже очень сильно побил. А ты такая сякая, пришла так поздно, как он сказал. И она говорит, вот в тот момент я просто так сильно забоялась, когда он избил меня. И
Я говорю, слушай, вот un сейчас этот страх отдай Иисусу Христу. Bailes, мы же носители, всего, что с нами происходило, tāpēc, даже в утробе матери. Почему важно отдавать это все Иисусу? Мы пошли в молитве, и она отдала этот страх Иисусу от той ситуации, она же прямо заорала так. Вот так она кричала, дрожала вся. И потом аж так сползла со стула так. И говорит, ну такая сидит. Я говорю, слушай, все. Тебе нечего бояться, некого. Больше тебе не надо принимать наркотики. Потому что у тебя нет страха. Потому что люди принимают алкоголь, наркотики, еще что-то. Из-за чего? Из-за страха. Из-за отверженности. Они хотят чем-то укрыться. От того, что нету любви. Они, что их кто-то вот так взял, вот, и она точно... Мне больше не надо наркотики принимать. И она в этот же мгновение, она была освобождена полностью. Так что она сделала, к чему я говорю? Это один... Уже заканчивался день, там с утра до ночи. И я выхожу, и идет по лестнице такой человек на меня, молодой. А я, знаете, наркоманов никогда не видела. Ну, близко. Идет такой, и у него вот так глаза, вот так вот. Ну, как-то не так вот даже, а вот так. Я перепугал. Я говорю, а кто ты, говорю? Вообще, что ты идешь сюда? Я думаю, он пьяный. Я говорю, ты что, пьяный, что ли, сюда идешь? Ты? Кто тебя вообще позвал сюда? Он, я не пьяный. Ну, так говорит, нормально. Оказывается, она поехала, привезла этого мужа, который сидел там под дозой, Виталя. Я говорю, я за тебя одна молиться не буду. Ну-ка, пошли туда все вниз. Поставила его к стенке и просто сказала свою молитву веры. Я говорю, Господи, ну такого экземпляра у меня еще не было. И я просто сказала, во имя Иисуса, он искуплен твоей кровью. Он просто, ну вот этот дух наркотиков, зависимости, ты не имеешь над ним никакой власти. Просто я высвободила веру на него. И что, ну, он ничего там, такой, о-о. Но зато потом, они, мы переписываемся до сих пор, он стал просветлевать, он стал слушать прославления. И вот в этом году они уже учились першотравенские, оба на библейской школе. И они остались сейчас там в Днепре служить как пара. Аллилуйя! Потому что дьявол, он хочет, чтобы мы боялись каких-то ситуаций, вот, ну, неординарных. Да, вот муж напился там и дерется, там, ну, не слушают тебя. Перестань бояться. Просто, ну, даже не то, что это, ну, есть вещи действительно ужасные. Вот у меня когда батя дрался, там, с топорами бегал, ты не стоял вот так вот, естественно. Хотя я... Я говорила, слушай, говорю, иди отсюда, закрой дверь там. Вот как-то не боялась его, правда, сверхъестественно. А тем более сейчас. Просто говори, кровь Иисуса, эта собака вот бежала бешеная, а ты, кровь Иисуса, кровь Иисуса, кровь Иисуса против тебя. Дьявол, ты оставишь этого человека. Ты не будешь его мучить. Хватит уже, доколе я провозглашаю, что он исцелен, что он искуплен, что он примирен с Иисусом Христом. Начинай говорить веру. Начинай просто говорить веру. И то, что совершилось вот в этой пятой главе, достоин ты принять мое спасенное родство, Иисус. Достоин принять. Достоин, Агнец Божий. Аминь. Вот в этом сила. Мы разоблачаем все ситуации, которые нас ослабили. Бог дал благодать простить нам сегодня. Бог дал благодать набраться вот этой силой веры. От чего? От того, что кровь Иисуса не перестала быть сильной. И сейчас ты с расправленными крыльями орла просто будешь дальше двигаться. Уже скоро будет такая слава. Уже
От того, что это открывается сейчас мне но и так, тебе, man, tev, так, это уже говорит о том, что слава Господня, то, она уже слава движется. Когда аминь. Кустас. Если мы слышим слово о славе, yeah, если мы слышим славу, о том, yeah, что происходит то, в духовном мире, то пасаула, это уже приходит на землю, потому что да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как на небе. И мы несем эту волю, беря с неба и отдавая здесь на земле. Аминь. Парни, я вас попрошу, дорогие братья, еще вот музыкальным инструментом, и мы будем молиться. И я здесь вижу такую силу Божью. Я здесь вижу таких орлов, вообще эта церковь такая великая, великая в силе Божьей, в славе Божьей. Халлелуйя! И мы будем молиться, пророчествовать. И сейчас бери, когда будет провещевание, когда будет присутствие, и покрывай кровью Христа свою жизнь, своих детей, свою семью, свою церковь, свой город, все ситуации, которые кажутся просто неразрешимыми, кровью Христа. Скажи, слушай, ты ангел-губитель, все, ты уже не властвуешь. 2000 лет назад Иисус разрушил нечестивые заветы. И давайте перед тем, как мы будем молиться, встанем и произнесем вместе молитву против нечестивых заветов. Аминь. Это тоже очень классно, сильно. Халлелуйя. Скажите так, Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя за драгоценный дар спасения и искупления через жертву Иисуса Христа. Я принимаю Твою победу. Я принимаю спасение моего родства, моих детей, моей родни, моего города. Я принимаю. Я приношу в покаяние моих родственников, моих предков, что они могли делать нечестивые заветы. Осознанно, неосознанно. Прости их. И я прощаю их. Но я отрекаюсь от этих заветов. И я разрушаю силу нечестивых заветов в моей родне, в моем родстве, во имя Иисуса Христа. Дух колдовства, дух немощи и болезни, дух зависимости, дух бунта, противления и другие нечестивые заветы. Я лишаю вас власти. Я лишаю вас власти во имя Иисуса Христа. Я призываю кровь Иисуса. И сейчас просто лично призываю кровь Иисуса. На что тебе сейчас показывает Дух Святой? Силы, с верой. Потому что ты победитель. Боже, спасибо Тебе, что Ты даровал победу. Что Ты даровал победу. Алам бластики, тарам бластики. Мы провозглашаем Твою победу, Господь. Мы провозглашаем Твою силу. Хура бласиги дириге да блосуто блоро босича да басете. Рама сите блосуто. Всякая тьма, всякая атака, всякая нечестивая атака, ты под нашими ногами во имя Иисуса Христа. Хурам бласата. Хидам бласакило блосото.
всякие родовые проклятия, всякие родовые зависимости, лишаем тебя власти. Кимбло соколомбло ситая, рабакито бло сотололобо тоторобо коробоке, рамахила бла сачара бакитея, рабло сотолобло сачаракея, рабакито бло сотолобло ситей, рамаджи бла сатая. Фу, я лишаю власти на этом месте, нечестивый дух зависимости. Я лишаю на этом месте нечестивый дух немощи и болезни. Я связываю этот дух немощи и болезни во имя Иисуса Христа. Хирам бласака, отпусти, отпусти народ Божий, отпусти, отпусти детей Божьих. Убирайся, убирайся во имя Иисуса. Холам бласака чая, хида бласаколобо кочоробо, хира бакачая. Всякий дух нищеты, скудости, я беру власть во имя Иисуса, лишаю тебя власти во имя Иисуса. Хурам бласа катая, роблосита, дух бунта, противления против Божьего помазания, я лишаю тебя власти. Убирайся, убирайся, хурам бласа катая, мы не спровергаем. Хурам бласия, хурам бласита, рабаки робо робо. Мы призываем кровь Иисуса Христа. Призывай кровь Иисуса. Мы соглашаемся молитвой согласия. Мы соглашаемся молитвой согласия о твоей родне, о твоих детях, о твоей семье. Мы соглашаемся, Господь, мы соглашаемся об этом городе. И всякий дух богохульства, всякий дух противления, мы связываем тебя, мы лишаем тебя власти. Дух богоискания, дух богоискания, счастье. Хебло соломно ситара вакене, раба килобо. Пусть Господь сила Божья, пусть Господь благодать Божья из-под порога этого храма, она течет. Кимбла сакала власто толобо геребекея, раба китолобло ситара вакитолобо горобо. Ида власа тарабаки, доло власа тарабаки, гора власти толобо. Я благословляю эту церковь. Я призываю силу благодати на эту церковь. Я призываю силу, мощную силу крови Иисуса Христа. Я разрушаю всякое колдовство. Ким власа калабо, колобо катакея. Хила власа каталарабеке. Рабаки толобо сатая лабакело. Халабаке шоу. Kira ba kira ba kato la ba kolo ba ba. Kira la la ba kira la ba kira ba kolo ba. Eh la 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 ba kita la la ba kacha la la ba de. Oh la la si la la ba kira la ba kala ba ba. Eh la la si kira la ba kolo ba. Eh la la si kira la ba kira la kato la ba kacha la kira la ba kato la ba kira la. La ba kita la la sata. Даже вот творится каждый человек. Даже вот творится силой поднимется в духе. Хирам бласа качав лаба катахая, робо кото лобо кото лобо ко, ребеджида лабла сача лабо ко робо, раба кито бласа чо, улена хатая, ура бласти келеб левеги до лобло ко робо, хида бласа таблеке суто, раба раба регидери гидо лобло робо роса. Мы призываем кровь Иисуса Христа, кровь Иисуса на наши жизни, кровь Иисуса на наши судьбы. Кровь Иисуса на наших детей, кровь Иисуса на наши тела. Ранами Иисуса мы исцелились. Ранами Иисуса мы исцелились. Кира лаба сакала блерегело. Ура бла сакала варила лаба катая. Раба раба дигала вегидо лобло сакала барабаке. Мы призываем кровь Иисуса на финансы. Мы призываем кровь Иисуса Христа. Хира бласака талабоко лобоко, и всякая скудость, убирайся вон. Хира бласито лобло хида лаба раки лобло сида лаба, ора мари да лаба сида лаба ке, хала мари да лебеле беле ке лобло сида лаба ке, о лабла лаба ри 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 ке лобо лобо сида лаба ке ло, хала бла лаба ри да лаба се, лаба ри да лаба. Освобождаю силу благословения, силу жизни, жизнь. Боже, благодарим Тебя, как Ты велик.
как Ты велик. Скажи: Господь велик в моей жизни. Прославляй Его сейчас. Говори: как Ты велик, как Ты велик, как Ты велик, как Ты велик. Поклоняйся, прославляй Его имя, ибо достоин Агнец принять честь, всю державу и все богатство и славу. Халамакела басито лоборобото, халамараджира лабласа карараракей, кура бластита рабаха чалараба рабоко, керабари басита рабарабараба. О, отверсты небеса, небо открыто. Керабастито лобоко лоблостита рабака рабасачая. Корабластита рабаса рабоко. Боже, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Аллилуйя, аллилуйя. И если ты хочешь, чтобы за тебя помолились, выходи и быстренько принимай за исцеление или за освобождение. Быстренько, мы это сделаем быстро, недолго, просто принимай верой. Аллилуйя, дело не во мне, дело в благодати и в силе Божьей, которую ты открыл сейчас через себя. Аллилуйя, вера. Аллилуйя. И мы только соглашаемся с тобой вместе.